11 марта в Каспийске на улице Назарова собрались жильцы аварийных общежитий для встречи с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Он выслушал каждого жильца в присутствии всех ответственных структур. Для более конструктивного диалога более 10 переселенцев были приглашены в администрацию Каспийска, где они детально обозначили свои проблемы и беспокоившие их вопросы главе Кабмина. Для нас было очень приятно, что на нас обратили внимание и приехали с правительством. Председатель правительства, начальник ЖКХ Дагестана, наш Гонцов, мэр города. И было очень приятно, мы выяснили очень много вопросов. Глава Каспийска Борис Гонцов в рамках встречи отметил, что администрация муниципалитета будет конструктивно работать с переселенцами для принятия оптимального решения. «Мы не отворачиваемся и не отвернемся от наших горожан», – добавил градоначальник. Председатель правительства сообщил, что будет организована рабочая группа по реализации мероприятий по переселению под его личным контролем. Также глава Кабмина предложил гражданам создать инициативную группу, которую возглавит самый старший жилец Михаил Новизне. Михаил Юрьевич, я предлагаю, чтобы вы возглавляли вот эту комиссию или представительство из 7 человек. Вы руководитель. Поэтому терпение. Вопрос будем, Михаил Юрьевич, решать, как положено, поэтапно. Сделаем план мероприятий. Будем систематически встречаться. Я поручаю Министерству строительства Республики Дагестан мне на следующей неделе, в среду, предложить программу действий нашей. Абдулмуслим Абдулмуслимов также сказал присутствующим, что будут подниматься все экспертные заключения, письма, обращения и документы, связанные с этой темой. Группе отраслевых ведомств было поручено уже в начале недели предоставить всю информацию и предложения. Также он заверил жильцов, что их пожелания о переселении в дома в черте города будут услышаны. Это будет учтено в первую очередь, отметил глава Кабмина. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».